мам, мама, 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 мама. Что? С днём матери! Привет, мои ангелочки. Сегодня хочу начать разговор с поздравлений всем мамочкам, бабушкам, мамулечкам и мамам. С днём матери! Поздравить всех женщин, которые имеют деток, которые хотят деток, которые уже воспитывают деток, независимо от того, свои это детки или это детки в школе, в садике, в детском доме и много где еще. Поэтому всех матерей и всех женщин с праздником. И считаешь ли ты 8 марта, ну, нужным праздником для нашей страны? По крайней мере, не говоря уже о международном масштабе. Вы знаете, поскольку я очень долгое время живу в Германии, там есть такой праздник, который называется праздник папы. Там женского праздника нет. Там не отмечают праздник 8 марта, там отмечают праздник папы. Поэтому как бы папа там является фаворит, да? У нас же все наоборот. То есть папа как бы на заднем плане, женщины, соответственно, мне нравится такой противовес. Когда я нахожусь дома, я получаю поздравления в свой адрес. Когда я нахожусь здесь, я поздравляю всех женщин, и в том числе свою супругу. То есть не даже как бы не обращаю внимание на тот факт, что там, где я живу, не отмечают этого праздника. Друзья. В общем, праздники вот такие есть, я их отмечаю, но хорошо, что есть и праздник папы. Мне он нравится тоже, скажем так, не меньше. Во вторых строках своего видеописьма вам хочу рассказать, что у меня, точнее мой коротенький видеоролик про седую ночь и то, как пел Юра на немецком языке, заблокировали. Заблокировали кто? Ну, видимо, тот, на кого я работаю, по мнению многих умных в кавычку комментариев. Многие пишут, что я работаю одни на Кудряшова, другие на Разина, третьи, что я на Кудряшова и Разина одновременно работаю. Ну, в общем, просто молодцы, разобрали меня по полочкам. Ой. Лишний раз скажу, что ни копейки, ни с кем, ни от кого никогда за эти все вещи не получал, не получаю. Скажу, что никому ничего не должен, не обязан, ни с кем не договаривался, ни от кого ни копейки не получал за все эти вещи. Это абсолютно мое частное личное творчество, направленное на то, чтобы вместе с вами, я про адекватных сейчас людей, ну, разобрать все по полочкам, ну и для себя найти ответы, которые кружатся уже там пятый месяц в голове. Это только помощь для того, чтобы ушла тревога и разложили мы все-все-все по молекулам и все для себя поняли. Неадекваты меня не интересуют, пусть они там в своих истериках с пенкой у рта, в общем, бесятся и пишут, что хотят. Вот. Поэтому заблокировал Андрей Разин, вот прям крупными буквами. Для тех, кто сомневается, что я там с ним работаю в связке, я его лично не знаю. В День матери, конечно, стоит вести разговор о женщинах, которые были рядом с Юрой, рядом с Кузей, раз у нас сейчас канал так усиленно внимание уделяет этому факту, поэтому можно было бы поговорить про маму Юры, можно было бы проговорить про вторую маму Юры, приемную, Валентину Николаевну Тазикенову, а можно поговорить про маму Юриных детей. Снова, которую фанаты почему-то сейчас записали в несуществующих. Ну, тем более есть повод. Сегодня мы списывались с одной из девушек. Я не буду указывать, естественно, фамилии, имя, отчество и так далее. Это и не важно. Я просто зачитаю наш диалог, чтобы не повторяться.
Она присылает мне ссылку и задает вопрос. На третьей минуте это Светлана. Посмотрите с самого начала внимательно. Когда зал показывают, хорошо видно, что она в первом ряду сидит. Снимает Юру на телефон, а рядом с ней слева дочка с хвостиком. Я отвечаю ей: супер, давайте выложим это на всеобщее обозрение, и пусть люди думают, кто это. Она ставит лайк, конечно. Сначала я сомневалась, ведь на прощание у нее волосы длинные, а потом посмотрела, что корни отросли ровно настолько, насколько и у меня за год. Она их и не красила. Я ей отвечаю: думаю, она по-женски опасается выходить к этой публике, еще и потому, что комплексует по поводу своей внешности и тому, что вся эта дикая орда накинется обсуждать то, что какой Юрочке красавчик, и то, что Светлана его не стоит, что она такая и всякая сякая. Люди же есть и злые, они-то уж точно знают, кому кто подходит. Свету понять можно, зачем ей эту ненависть получать, тем более после смерти мужа. Моя собеседница продолжает. Вы правы. Я уверена на 100%, что все в глубине души хотят, чтобы ее не было. И это логично. Они же с молодости любили Юрку по-женски. А выбрал он ее. Даже когда пишут, какой он хороший семьянин, любил жену и деток, я не верю в их искренность. Может, конечно, это... я такая плохая, и других по себе сужу. Света, кстати, отлично выглядит для своих лет. Придя на репетицию, она прекрасно знала, что попадет в кадр. Хорошо видно, что ее это ни капли не смущало. Юра говорил, что она прекрасно понимала, на что шла, когда выходила замуж. И самое главное, он был очень честным человеком. Пишу ей встречную записку. Придя на репетицию, она прекрасно знала, что попадет в кадр. Хорошо видно, что ее это ни капли не смущало. Это я ее слова повторяю и отвечаю на них. Нет, она не ожидала камер на репетиции. А так открыто потому, что снимали свои и для себя, для внутреннего потребления и с разрешения Аркадия. Мне отвечает девушка: ну да, Аркадий там тоже был. Зачем выложили тогда видео на официальном сайте Шатунова, если оно было для внутреннего потребления? Свету еще одна девушка узнала. Мы с ней пообщались этой ночью немного в комментариях, а утром их уже удалили. И вот я отвечаю. Аркадий выложил это видео спустя... Аркадий выложил это видео после того, как прошли 40 дней. Там было ровно год между тем, как снято это видео, а оно было записано 20 августа 2021 года, и он выложил его 19 августа, но уже 22 года, ровно через год. Поэтому выложил он его уже тогда, когда все достали, в том числе его в интернете и везде, есть ли Света или нет. Вот, ну и в общем, это такие пасхалки, так называют, пасхалками называют спрятые, скрытые какие-то вещи в компьютерных играх, которые недоступны для всех, а доступны для суперпользователей, которые умеют раскрывать тайны. Так вот, это видео такое типа пасхалки для тех, кто умеет знаки читать, подсказки и смотреть на все это дело. Напрямую, видимо, Аркадий не готов говорить, что вот она там, Светлана и так далее. Но выкладывать подсказки может для тех, кто все понимает. Поэтому смотрите видео и думайте, кто это на видео находится на репетиции вместе с Юрой в закрытом помещении, куда никого чужих не пускают. Приятного просмотра. Экран. Ушел экран. Пошли. 3-2 раз. 3-2-3. И кто
на ТВ поет о любви. Стоп. Я за него. Охрана, выведите. Иди сюда. Юрочка, смотри, ты не прижимайся к авансцене, когда поешь, не прижимайся к монитору. Стой немножко глубже. Я выхожу на последнюю часть сюда, на подиум. На подиум, на последнюю часть, а мы вас опустим, и вы уйдете с Юрой через зал, так как вы уходили в предыдущей части. Понятно? Хорошо. Мы тебя опустим на этой байде в самый низ. И дальше не прижимайся к авансцене. Вот там не прижимайся. Перед тобой должна пройти еще камера с ТДК. Отлично. А если еще на этот микрофон? Тебе в портале не хватает или в мониторе? В портале не хватает. Если портале, я сюда выйду, если чуть-чуть вообще, чуть-чуть. Прям, я задержу, это много. Задержку сделайте раз, два, три, четыре. 500 миллисекунд, повторов, хорошо, не знаю, 3 максимум. Нет, хорошо. Нет. Горит полосатый закат. Кат. Ну, 3 раза достаточно. Пробуем еще раз? Давай. Ну. Давайте быстрее, ребята, быстрее. Значит, ну, давай еще раз. Так, сейчас мы его проходим, у нас свобода чат. 3, 2, 3. Есть еще номера, которые не прошедшие. Какие? Под Найотов у нас есть. А где он? Он давно сидит, но у нас, извините, сейчас свобода уже. Ну, все. Так сейчас свобода, так что мы по Найотову скажем, что он через час пишет? Сейчас будем ждать. Ну, хорошо. Подождите, это же мы потянули. Вот у нас. И Киркоров еще потом будет, еще Качер пришел. Ну, давай, на сколько? А какая Качер репетиция? Это Муз-ТВ-шная, это не страшно. Это просто я дырку заткнула. Ну, значит, так, это армянский вариант, один. Блядь, ну мне нужно сесть на пульт туда. Это же без вас. Да. Вот у нас сейчас Лобода будет идти, и вот Апнель.